В пятницу на юге Кузбасса ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь. В Прокопьевске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. В Осинниках ночью плюс 12, плюс 14, днем 19, 21 градус тепла. В Мысках ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. В Междуреченске ночью плюс 11, плюс 13, днем 20, 22 градуса тепла. В Шерегеше ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 17, плюс 19. В Новокузнецке 31 июля будет облачно, возможен дождь. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. Ветер юго-западный, слабый. Геомагнитное поле Земли спокойное.